Вверху карты для вычислительных машин. Детство мое. С мамой ездили в вычислительный центр. Отвозили такие набитые перфокарты. Всемирная история, 904 год. Имя и жизнь. Картоночки для рисования. Горелочка. Так, что нам интересно? Перфокарты. Картон. Конечно же, книга «Всемирная история». Книга «Очки». Читательский билет. Вот непонятно на вид новые паяльники, но с откушенными проводами. Вот такая щеточка на какую-то скульптуру. Чаши Петри. Еще один читательский билет. Вот такая лампочка. Выключатель. Ключик. И вот такая вот такой вот жетончик. Еще немного металлоломчика. Отличная голова для робота. Также досталась вот такая небольшая жменька пистолетов для покраски. Сейчас посмотрим, в каком они состоянии, что из них можно сделать. Да, здесь еще остатки остались.
почти разбит. We'll be right back.